Хей, йо, гайс, с вами Шмаки, и мы продолжаем пройти игру под названием Borderlands 2. И это у нас DLC-шка про оазис, сокровище там пиратки. Окей, сейчас интернет просядет, ой, интернет, блядь. Игруля просядет, чтоб фризов не было. Так, ну у нас, гранату купить. Так, быстрое перемещение. Соленые равнины, поехали. Возьмем сразу машину, если она будет у нас. И полетим. А, точно, нужно посмотреть, какие у меня вообще здесь уже миссии. О, миссия появилась. Какие у нас миссии? Очистительный завод. Моя Гангес у нас еще. Короче, у нас завод. Соленые равнины. А, это я сейчас возьму. Хейтерс Фалли. А, Хантерс Фалли это... Это другая, ладно. Так. Помочь давнему приятелям. Эй, как дела? Это Скутер, я звоню тебе из убежища. Мне нужна древняя рухлядь из вашей ржавита. Что-нибудь твердое, металлическое, такое, чтобы могу вызвать свинцовое отравление при одном взгляде на него. Отправишь мне это, что найдешь, ладно? Так, а машинку можно взять внизу, по идее. Так, ржавь. Подожди, это ж не на это, да? Локация. А, вот это ржавь, это у нас уже другая снова локация. Давайте очистительный завод, пока что пойдем по сюжету. А там... Так, ракеты. Да, ракеты, разместить, телепортироваться. А там как будет, куда поедет, потом поиграем. Так, я ветеран-эксперт. По звонке, ну блин. Я буду долго качаться до next level. Хорошо, куда мне нужно? Так, там мы проедем сейчас. Я быстро покиньте. Так, проникну на очистительный завод Ошеберна. Ошеберна. Так, здесь должны быть червяки, по идее, и... Так, изи. Изи. Так, сверху, да, где-то, походу? Вот почему, типа, ударная волна не наносит им ни хера? Мне кажется, тут ударная волна должна хорошо работать. Так. Ни хера себе, это... И куда я сейчас отправляюсь? Подождите, мне же аж в другую локацию нужно. А там еще много места. Что-то медленно. Можно быстрее. Шустрее, шустрее, шустрее. Это ж время все у нас. Так, таймер я запустил, запустил. И вот это мне нужна интересная локация. Подожди, как туда попасть? Вот там у нас проход есть. А слушайте, а давайте мы потом... ...ходим в ту локацию. Мне довольно интересно... А! Ой. Роботы, значит, у меня будут впереди, как враги. В смысле, у меня места нет. Блядь. Це жопа. Как я не увидел то, что у меня уже инвентарь переполнен? Ну, хотя бы здесь магазин есть. Хорошо. Снайперка слабая. Ну, базук можно ставить.
Так, каждый за себя ускоряет восстановление урона, емкость щита для различных видов боеприпасов. Штурмовая винтовка, я понял. Так, ну, короче, все продаем. Базука. Надо ли она мне? Я думаю, нет. А я думаю, что она мне не нужна. Автолокацию, подождите, я только с этой, да, могу стороны пойти? Типа там пройдем. Тут еще сверху что-то есть. О, знак, значок, нужно будет потом забрать. Мне кажется, мне все равно туда по миссии закинут. Там какая-то антенна, видите, там внутри проход куда-то. Поэтому все может быть. Блять, нахера я вниз прыгал, если я мог перейти в локацию, там все равно будет магазин. Да, что-то я тупанул насчет этого. Ну да, так и ясен. Так оно и есть. Так, очков у меня нету. Ага. Или я в Ржаве тоже был? Я могу восстановить последнюю часть компаса, но мне нужны образцы поликритика. Так ты принесешь их мне, я сумею восстановить. Ключ отдать его Скарлетт. Она поможет на... Так, ей найти место, где закрыт клад. И она найдет за меня замуж, и у нас будут сотни детей, и я никогда не умру. Это будет прекрасно. Тут роботы будут. О, здорово. Ой. Что-то я тупанул. Тихо. Моя пожестче будет. Я уже здесь пистолета аж могу убивать, поэтому... Или лучше снайперку. Чтобы потом у меня проблем не было. Так, я в принципе ничего не вижу. Так, хорошо. Не, это легкие роботы. Тихо. Ну их довольно много. Роботов довольно много. Ну так как это фабрика, это понятно, что их тут будет много. Да, готово. Супер сундук. Улучшение времени восстановления. Второе дыхание здоровья. О. Второе дыхание здоровья, хорошо. Блин, у меня уже патронов нету. Пипец, да, как быстро кончается. Да, еще пару кусочков поликарита. Я уже несколько месяцев изучаю утерянное сокровище песков. И восстановлю компас для нее. Я восстановлю компас для нее. Me,
Так, помоги мне ради Пандоры. Так, узнаю, когда увижу. Это неисправный гиперионский грузчик, похоже, одержим единой цензуры. Я цензор. Распутаю проведение, необходимое прекратить. Извращенец по имени Распучник так, владеет какой-то информацией сексуального характера. Пожалуйста, убей его по моральным причинам. Окей. А, где он находится? Он находится у нас там. А по заданию мне туда нужно. Как раз мне по заданию туда и нужно будет сходить. Так, хорошо, мы немного сразу разблокировали туда. Так, слева один. Так, это сохраненько. Там что у нас? Или отсюда я пришел? О, что это такое? Это камень вот этот? Камень странного характера. Хорошо. Так, наверх не забраться. Здесь у нас просто свалка. Ну тут что-то должно быть. Если сюда можно прийти, тут... Да, есть. И сундук. И денежка. 41. Ну это мало. Так, у нас почти лям. Вот лям это круто. Миллион это всегда круто. Так, бочка с электричеством. Блин, жалко, что я туда попасть не могу. Было бы прикольно, если бы там... Фу, я уже застрял, все, хе-хе. Да, миссия невыполнима. Тут я с тобой согласен. Короче, у меня путь будет сокращен, потому что... Походу, эта дверь будет открываться у нас. Вот как ты меня увидел, скажи? Ну, блин, руки тяжело им отрывать. Ну, взрывные грузчики то посрать. Это все легко делается. Ой. Там еще кто-то вылазит. А. Ну, понятно, что здесь только будут взрывные, но они мне не страшны. А нет. Так. Готово. Так, блядь, чешется нос. Тихо, тихо, тихо. Все? Все, врата открылись. Ой, там херовина жесткая. Готово. И пока что пистолет тащит. Так, он меня еще не видит. Это хорошо. Знаешь, я думаю, что Скарлетт начинает чувствовать себя одинокой. Да. И я совершенно уверен, что она желает, чтобы мы так... Сейчас... Типа сейчас. Там она сказала вообще-то нет.
Ну, почему-то сказала ноп. Так, ладно, давайте. Так, взрывной. А, это... Ой, тихо-тихо, у меня перезарядка. Так, пистолет. Такая что? Не пропустил часть. Ой-ой-ой-ой, все, пошло, пошло, пошло. Нормально, нормально, нормально. Ай, бочку зацепили. Поехали. Изи. Готово. Так, осталось отхилиться. Хилы чищем. Блин, главное не тупануть, как если будут предлагать вещи. Нужно сразу мне все продавать, то что есть. А то получится, как в том DLC с Хаверлотом. Пошли, блядь, и все проебашли. И минус все вещи, которые там были. А вдруг там пурпур, там легендарки какие-то были. Где они? Правильно, мы их все просрали. Мне патроны нужны для пистолета. У меня уже пистолет заканчивается. Ладно. Один магазин есть. О, супер сундук. С дерьмом. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Тебе осталось добыть еще один чужой... Так, поликрита. Когда я дам ее последнюю часть компаса, тебе нужно будет соединить все... Все четыре части принеси их на маяк Магниса. Там ты узнаешь, где закопаны утерянные сокровища песков. Так, хорошо. Давайте сразу, где задание? Так, это просто автомат вне. О! Ну, как обычно, я понял. Так, 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 все у нас. Все есть, все, можно бежать. Ящики можно не открывать. Логово Распутина. А, Распутника, а я был Распутин. Вот эта секунда извращения, демонстрирую его. А, вот Распутчик. Все. Так. Пачек журнала взята. Да, тут журналов. Так, отнести роботу. Ну, потом сокращение пути будем открывать. Это был сильный удар по извращению заговорщика Пандоры. Возвращайся ко мне за новым заданием. Новое задание? То есть ты еще дашь мне задание?
Можешь вернуться? Ну, можно увидеть, сколько мне там еще идти. Вот, видите? Я лучше потом дорогу сокращу. Дорогу сокращу там. Ладно, разберем. Совсем еще этим. Ни хрена! А что только что было? Меня что-то на другой на другую сторону света не отправило. Ладно, хотя бы хил был. Тут что у нас? Дверь. Мусорка, два бака. Плюс еще хил. О! Плюс деньги. Ну, их очень мало довольно. Поэтому это невыгодно было. Так, стоять, а куда мне... Ага, сюда. Мне хотя бы нужно сундуки открывать, потому что там же за это мне это дадут. Награду. Походу босс, да, будет? Шлакоугольный разлом. Ну, поехали. Я не хочу просто, чтобы у меня были сейчас проблемы. Я лучше... И последний патрон. Все-таки босс? Так, сумасшедшая старп семи исходящих морей. Так, дробовик же корзиной. Просто дробовик. Изи. Вот дробовик у меня самое пока... Именно жесткая вот снайперка и дробовик. Не, дробовик самый жесткий, потому что он большинство всех врагов, которые по урону он просто он на изи забирает, поэтому дробовик у меня самое такое пока что редкое. Это на последний случай, что ни хрена себе. Просто на этих роботов он будет ваншотить. Потому что там плюс еще урона. GG до хера. Гранаты. Превосходно. Просто превосходно, достаточно. Возвращайся, я и сделаю тебе новую часть компаса. Подожди, если ты мог сделать другую часть компаса, почему ты просто не попросил меня, чтобы создать полноценный компас? Разве это не странно? Я думаю, это максимум. Ой! Нифига себе, вооружайся. Ну, в принципе. Это продам. Не, вот тут было неожиданно. Так, хорошо. Но это мне нужно возвращаться. А, ржавчина это где он живет. Ну тогда ясно. Тогда все понятно. Наверное, вторую работу, которую он может мне дать, это там, где закрытые врата у нас были какие-то. Рабочее место цензором. Цензор. Так, даже роботы не могут без любви. Это мерзкая грязь, а после тщательного изучения я установил математический точный уровень ее мерзости. Хей-хо! Кто хочет получить
связанное с программным пиратским заданием. Причем бы и не сделать... Так. Потом... программы. Так, компьютерная операция подрывы ему радио стали общаться. Несколько песчаных пиратов незаконно скопировали нашу версию. Ассимулятор Эхо, убейте их и заберите программу. Где-то? Солнечный. Ну, я как раз в солнечную равнину иду, поэтому... Что там сделаем? И отправимся. Могу я здесь сократить путь? Так, стоять, а где я видел этот? Знак Бордерлендса. Надеюсь, тебе все прививки сделали. 8к урона. Еще увидимся. До скорого свидания. Лучше тогда просто ящики все открывать, там по дропу смотреть, что подбирать. По цвету хотя бы. Так, поехали. Где что? О, ну все, ребята, как раз туда, куда я вам говорил, что нужно еще будет съездить. Ох, Леви, он знает, что мы близко к тому, чтобы найти сокровище. Я прямо не могу дождаться того момента, когда убью его. А там что за Рохазал? Гроскоп был таким милым, у него была такая большая симпатичная морда, которая так и хотелось бы убить, и вы уставили борданы. А ну за работу мыть палубу. Ну чё, полетели. Я навряд ли, конечно, туда на этот, на машине смогу заехать. Хотя... А давайте попробуем. А ну-ка. Разместить, телепортироваться. Ну да. Сбегал. Ну ладно, у нас, в принципе, как раз время еще есть. По-быстренькому. Дрын-дрын туда. Я пока отхилюсь. Так, а сколько у меня хп? Что-то многовато. Так, здесь снайперку лучше юзать. Здесь уже лучше юзать снайперку. Взять дискеты. Место огромное. Оно, типа, огромно открытое. Скорее всего, здесь эти черви будут. Или просто место с паркуром. А я лучше с пистолетом побегу. Да и все. Главное слушать, когда он плюется. Так, лесенка. Ладно. Хотя должна была быть голова. Вот он, вот он, он, вот он, блять, но он через стену пуляет. В смысле, вот я в него попал в голову, но он не умер. Почему мне дают по одному очку опыта? Это мало. Одно очко — это мало. Одно очко опыта — это мало. Так, сразу. Пистолет, чтобы быстрее бежать. Но они мне все равно там нихера не сделают внизу. Ну там, знаете, маленький шанс того, что просто деньги посыпятся. Тарелка. Так, там, походу, здоровяк с двумя мечами. Так, вот это вот хорошая вещь. И что, мне в тарелку надо? Бля. Вау, вау. А где эти дискеты? Они ж не впадают с врагов. О! Что за бред? А упала одна.
Вторая упала. Третья упала. Все, все попадало, что мне нужно. То, что нужно, упало. Так. Отлично. А морали на Пандоре теперь ничего не угрожает. Немедленно возвращайся ко мне. Так, хорошо. Сейчас мы посмотрим, что здесь у нас спрятано. Ой, здесь очень хороший сундук спрятан. Херь. Там у нас... патроны, ничего более. Так, хорошо. Чего не могу сюда запрыгнуть? Блин, бесят невидимые стенки, где именно по карте можно зайти. Ладно, я понимаю, там, где вот пропасть нарисована. Но здесь-то можно. Алло. Зачем ограничивать здесь местность? О, супер сундук. Винтовка. Херня. Урон от гранат. Взрывоустойчивость. Херня. Вот это херня. Возвращаемся. Ничего нету. Сейчас здесь посмотрим. Тут кажется тоже... А, знак Пандоры точно был. Ой, не Пандора, это убежище. Ой, супер сундук тут еще. Да, ух. Это очень хорошо. Так, идем задание сдавать. И будем заканчивать. В следующей серии я там все равно через телепорт быстрого перемещения тэпнусь. И все будет окей. Сразу пойдем в эту ржавчину. А какое у нас еще там было здание? Десерт для... Так, капитан Скарлетт очень плохо относится к дезертирам. Она попросила вас найти дезертира и убить их. Ну, можно слышать и сразу в следующей серии пойти убить дезертиров. Поэтому. Бежим, сдаем и заканчиваем. Там больше тут не вижу, что больших сундуков этих. Блин, нужно было здесь не драться, а просто пробегать. Но все равно здесь же, видите, есть места, где нужно именно убить отряд врагов, чтобы открылась, допустим, другая часть. Так, вам удалось покончить с пиратством ПО навсегда. Вот если бы ты из системы цифровых автоматических прав могла сами представить пользователя и работали бы... Ну, херня. Ну, в принципе, можно заканчивать, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, новых встреч, друзья, всем пока.